Всем привет! И 5-литровый аквариум. Что с ним на сегодняшний день? Ну вот, как видите, в принципе, все нормально. Тут было 9 креветок. Или может быть 10, я может какую-то не увидел. В общем, 5 креветок простых неокаридин неокрашенных я отправил в большой аквариум 200 литров. Здесь осталось сейчас 4 окрашенных. То есть вот ихняя мамашка, вот она тут спряталась. Эх, спряталась сразу. Хотел вам показать. Вон она выглядывает. Видите? Да, вот, наверное, видно же. Вот, и ее детеныши, они тоже окрашены. Вон на заднем фоне один ползает. Уже подросли даже. Вот еще один. Не знаю, если хватит у меня терпения, то, может быть, я их тут и проселекционирую. По свету. Мне недавно говорили, что света тут многовато. А я говорил, что да нет, нормально. И после этого, кстати, началась проблема. Вот. Опять пошел ксенококус. Вот видите его. Я покажу сейчас его, да, видно в ворсинке. Ну, не страшно. Для креветок, я думаю, это не страшно, так что пусть будет так. Если что, разберу весь аквариум, а креветок просто в нем оставлю, там, кину мох, да и все. Делов-то. Вот, в общем, ребята, новости и по 5-литровому аквариуму. Пять креветок тут. Криптокарина растет. А, и аир болотный, вот тут у меня был, вот у меня был в левом углу, я его взял и переместил в 200-литровый. А вдруг ему там будет лучше, и он начнет расти. Ну, мало ли. Посмотрим. Если вдруг будут какие-то изменения, я сразу же сделаю видео. Вот, на этом все по 5-литровичу. Ставьте лайки, оставляйте ваши комментарии. Всего доброго.